В детском стационаре Староскольской окружной больницы настоящий праздник. Ребят поздравили Деда Мороза, спустившиеся прямо с крыши. Новый год в больничных палатах встретят 46 мальчишек и девчонок. Подарки детям вручали также депутат Староскольского совета Анна Ульянова и знаменитые боксеры Михаил Гала и Дмитрий Полянский. Репортаж с места событий вела Мария Шелепова. Все мы знаем, что Дедушка Мороз в новогоднюю ночь оставляет подарки для хороших мальчиков и девочек под елкой. Утром 1 января они их разбирают. Но что же делать, если ребенок заболел и Новый год будет встречать прямо в стационаре? Тогда Дедушка Мороз спустится прямо с крыши. Образы Дедов Морозов поверх альпинистского снаряжения примерили волонтеры Белгородского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. 31-й регион присоединился к федеральной акции «Новогодний десант». Участвуют 30 субъектов страны. Сегодня мы здесь, на больнице в Старом Осколе, поздравим детишек с Новым годом. На самом деле удивительно дарить детям под Новый год немножечко чудо. Вот, мы еще поздравляем, у нас есть адресные поздравления для детишек с ОВЗ. Вот, там, конечно, вообще море эмоций и у родителей, и у детей. Это просто заряжает вообще очень. Вместе с руководителем Романом Слуцким готовится к спуску его уже опытный ученик, студент 4-го курса СОФМГРИ Илья Михайлов. Мы сейчас на высоте 5-этажного здания. Как вид сверху? Замечательный. Замечательный? Не страшно? Не-а. То есть вы высоты не боитесь? Нет, уже не первый раз. Дед Морозы наготове, дети у окон, пора начинать. Поздравления с наступающим Новым годом и пожелания скорейшего выздоровления от Деда Мороза за окном 4-го этажа запомнятся ребятам надолго. Посмотрели Дедушку Мороза на какой-то ниточке. Тебе понравилось? Да. Неожиданно. Я думала, будет обычный скучный день. Дед Мороз, вот тут все пришли, и он залетает. На этом поздравления девчонок и мальчишек не закончились, а только начались. Вместе с целой командой сказочных персонажей в гости к ребятам заглянула депутат Совета депутатов Староскольского городского округа, генеральный директор ООО «Стройинжиниринг» Анна Ульянова. Дарить праздничное настроение детям – одна из самых любимых новогодних традиций Анны Борисовны. Хочу от души вас поздравить от себя лично и от депутатского корпуса с Новым годом и пожелать, чтобы это был последний Новый год, который вы встречаете в больнице. Пожелать вам здоровья, самое главное. Растите здоровыми, активными, и пусть ваши мечты в следующем году обязательно сбудутся. И каждому пациенту праздничный набор. Оп. Давайте, с Новым годом! Спасибо! Также к юным москальчанам заглянули земляки, звезды бокса, мастера спорта международного класса, чемпионы России и Европы Михаил Гала и Дмитрий Полянский. Хотели вам вручить сертификаты, бассейн, поплавать. Можете плавать. Здоровье вам. Это семейный сертификат, в который вы можете всей семьей ходить. Целый месяц январь. И в завершении громкие песни, конкурсы и хороводы. И много радости детям принесла. Новый год, Дед Мороз и различные герои различных мультфильмов. Подарили семейный сертификат и коробочку. Конфет, наверное. Мне нравится очень сильно. Мы знали о том, что у нас будет праздник, мы ждали этого, но мы не думали, что это будет так необычно и так весело. Детям очень понравилось. А вам? Нам тоже очень понравилось. Ну, мы же люди взрослые. Мария Шелепова, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9-й канал.